Сделки с недвижимостью станут проще и прозрачнее. Этому способствуют изменения, внесенные в федеральный закон о нотариате. Во-первых, при купле-продаже квартиры или земли в Росреестре документы оформят гораздо быстрее, если гражданин предоставит заверенные нотариусом бумаги. Во-вторых, сведения о сделке нотариус должен передать в Росреестр самостоятельно, причем бесплатно и в течение одного рабочего дня. Раньше это была обязанность заявителя. Кроме того, четко прописан перечень платных и бесплатных услуг нотариальной конторы. Все изменения вступят в силу с 1 января 2019. Когда нотариус удостоверил сделку, то заявитель сам может не идти в МФЦ для того, чтобы подать документы на государственную регистрацию, а подачу документов осуществляет сам нотариус в электронном виде.